девушка снайпер, которая уничтожила более 150 фашистов. And this is lieutenant. Вами лейтенант Людмила Павлюченко. Вот как встречали в Америке Людмилу Павлюченко, лучшего снайпера Черноморского флота. Извините. Да-да, входите. Павлюченко, к ректору. Вещи на всякий случай. Отказываться не советую. Люда! На войне убивают. Я не смогу отсиживаться здесь, мне стыдно. Павлюченко теперь не просто боец. Она теперь символ. Миссис Элеонора Рузвельт приглашает мисс Павлюченко проживать в Белом доме. И приглашают только мисс Павлюченко. Советская делегация просит вас внести вопрос об открытии второго фронта как основной пункт. И почему молчит главный член делегации, мисс Павлюченко, леди смерти? Мне 25 лет, и я убила 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?